Арбитражный суд Москвы в понедельник проведет предварительные слушания по иску Банка Москвы, входящего в группу ВТБ, о взыскании более 213 миллионов долларов с ООО КБФ АСТ, которое входит в группу АСТ бизнесмена Тельмана Исмайлова. Иск поступил в арбитраж 14 июля, основания исковых требований на данный момент неизвестны, предварительные слушания по иску суд назначил на 24 августа. Третьим лицом к делу привлечено ООО «Руслайн 2000», принадлежащее офшору, зарегистрированному на британских Виргинских островах. Основным видом деятельности этой фирмы является управление недвижимым имуществом. Банк Москвы одновременно с иском подал заявление о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества ответчика, однако суд счел просьбу истца необоснованной. Предприниматель Исмайлов, контролирующий группу компаний АСТ и входящий в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива, черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.